Неспроста сюжет незвичний про звичне завершився на такій музичній ноті, тому що, як і обіцяли, у нас зараз буде така невеличка музична хвилинка. Як ви бачите з нашого телевізору, до нас вже завітала гостя, солістка гурту «Імпульс» Кіра Бортніка. Отож, ми зараз переходимо до нашої гості. Вітайте ви, Кірочка. Доброе утро. Неспроста сьогодні ти до нас прийшла, тому що гурт «Імпульс» в нашому ефірі вперше сьогодні, і ми будемо вас презентувати і знайомитись із вашою творчістю. Гурт «Імпульс», скільки існує і взагалі хто є в складі? Ну, взагалі, якщо вважати повністю зародження групи, то нашій групі вже около 5 років. Вот. Но у нас постійно мінялися или состави, или уходили какие-то старые люди, приходили новые. Если уже брать тот состав, который сейчас, то нашей группе вот в октябре будет полноценные 2 года. Вот, мы работаем, занимаемся, постоянно репетируем. Стабильно у нас 3 раза в неделю репетиции. Если есть возможность, то больше. Вот, стараемся как-то работать. Кто находится в составе группы? Нас в составе 5. Я одна единственная девушка, вокалистка. Ну, как бы такая вот, скажем, рок-группа с женским вокалом. Можно отнести как к поп-музыке, но в основном это как альтернатива, ну, я бы сказала так, да. Ваше творчество сколько уже собственного продукта вычисляет? Ну, уже достаточно много материала у нас, если считать с каверами полностью совсем, то ну, такая нормальная 3-часовая программа, это у нас 100%, а так даже больше, наверное. Ну, то есть 3-часовые концерты мы как бы спокойно даем. Вот, естественно, с антрактами там все, ну, нормально. 3-часовые концерты – это действительно достойно. Не каждый сейчас популярный певец национального масштаба может такое себе позволить. Где вас можно услышать? Вы даете концерты, где можно увидеть ваши концерты? Ну, чаще всего у нас не так уж и много мест, как бы, ну, для выступлений. Как бы организация мало занимается в нашем городе. Вот, но есть хороший клуб «Феникс» у нас в городе, и, собственно, там как бы чаще всего нас можно услышать. Группа «Импульс». Это потому, что вы такие импульсивные или вы даете импульс народ? Ну вот, все говорят, что мы сердце Николаева. Как-то получается так. Группа все-таки, название группы несет какой-то вот оттенок и след в творчестве на окружающих. И изначально как бы название было «Пульс». Вот, и потом, когда мы уже полностью поменяли состав, когда мы уже, скажем так, начали более ответственно к этому всему относиться, то получилась такая группа «Импульс». Ты сказала, что у вас есть не только собственные песни, но и переделанные. Да, кавер. Кавера, да. На каких исполнителей, на какие песни? Ой, ну очень много. У нас был как-то фестиваль в Николаеве. Это было где-то пару лет назад. В клубе X-Road еще это было. И концерт был такой, типа, как баттл между Rolling Stone и Beatles. Вот мы были как представители Beatles, наделали очень много каверов. На детские песни мы делали, мы к вам заехали на час, тоже кавер. И, ну, вообще очень много, на разные группы, на аквариумы, ну. То есть у вас очень-очень много материала, которое вы готовы предоставить николаевскому зрителю? Да, да, получается. Вот мне также интересно, каким образом развивается группа, чем вы можете гордиться, чем гордится «Импульс»? Ну, прежде всего, мне кажется, лично я горжусь от себя тем, что передается полностью эмоция слушателю. На концертах чувствуется очень хорошая энергетика, положительная. У нас песни все в основном про любовь, чувствительные такие. Есть, конечно, и более социального подтекста, как бы, песни. Мы стараемся захватить большую часть аудитории. Собственно, чем больше жанров, направлений в одной группе, тем больше аудитории можно захватить. Вот, поэтому мы стараемся как бы и про любовь все где-то спеть, и какой-то социальный подтекст взять, и что-нибудь близкое, что-нибудь так, чтобы каждому было что-то свое. То есть для каждого зрителя вы отдельно подходите? Конечно, и каждый, да, может что-то у вас свое услышать. Ну, это такая вот наша гордость, я бы сказала, в нашей группе. А какие песни больше всего любят зрители? Вот есть же какие-то любимые, те, которые у вас постоянно просят на бис? Да, у нас есть, в прошлом году мы выпустили альбом, который называется «Спасибо». Вот, и, соответственно, у нас есть песня такая «Спасибо», это моя лично самая любимая. А мы можем ее сейчас слушать, хотя бы фрагмент? Да, ну, единственное только то, что я без музыкантов своих, как я сама, но я могу акапелла спеть, в принципе. Просим. Немножечко. Сейчас. Настраивайся. То, что стоит не просто сказать, то, что можно другим показать, благодарность и веру свою миру всему.
оставляя в душе белый след. Я отвечу для глупости нет, нет ни силы, ни места для лжи. Просто скажи спасибо тем, кто рядом был, спасибо всем, кто научил держать ладонь, подняв кулак, и смело делать первый шаг. Спасибо матери, отцу, спасибо умникам, глупцу за силу воли и отпор. Скажу я громко в монитор. Спасибо! Спасибо! Как-то так. Хочется сказать тебе спасибо за песню, потому что действительно только что ты оправдала лично для меня название вашей группы «Импульс», потому что сразу почувствовалось вот этот какой-то ритм. Сразу захотелось даже немножко подыграть тебе. Еще один у меня вопрос. Какие планы у группы «Импульс», к чему вы стремитесь? На данный момент у нас уже практически готов новый полноценный альбом. И, собственно, как бы, ну, мы вот будем в дальнейшем заниматься записью этого альбома. На это уходит очень много времени, очень много сил. Тем более, если учитывая то, что все ребята работают, потому что музыкой себя особо не прокормишь, особенно в нашем городе. Вот, поэтому будем стараться как можно быстрее, как можно качественнее до слушателя донести то, что у нас в головах на данный момент, вот, при помощи каких-то новых записей, нового альбома. А вот видеоклипами вы занимаетесь? Вы хотите сделать видеоработу? Да, мы хотим сделать вот как раз на новый альбом, наверное, будем записывать какие-то клипы, потому что без этого сейчас никуда. Это намного интереснее, чем просто запись слушать, посмотреть идею какую-то, скажем так, глазами еще увидеть. То, как это видели авторы. Да, да, да. Вот, ну, как-то, да, будем, наверное, что-то думать насчет клипов. Кстати, по поводу авторства. Кто у вас занимается авторством песен, музыки, тексты? Ну, вообще, как бы вся группа в это все вкладывает. Бывает такое, что мы приходим на репетицию, сразу все вместе сели, там песню написали, потому что кто-то что-то наиграл. Вот, и там начинается как джем, друг другу подыгрывать, я там начинаю что-то подпевать. Вот, а вообще у нас есть очень хороший гитарист, соло-гитарист нашей группы, он же композитор, он же автор многих текстов, даже большинства. Вот. Ну и получается, он у нас такая, скажем, изюминка. И я тоже иногда там тоже могу написать, вот как «Спасибо» это, например, или еще там пару песен. Ты сказала, что некоторые песни у вас рождаются в общем творчестве, кто-то что-то начинает, подхватываете. Откуда берете вдохновение? Ну, у каждого, наверное, в жизни происходят какие-то хорошие, положительные моменты. Бывают, конечно, и черные полосы, но чаще всего это какие-то яркие моменты положительные. Вот. Вдохновение, ну, чем больше концертов, тем больше энергии. Ваши песни, они больше позитивные? Ну, с какой стороны посмотреть? Но они стремятся к лучшему. Да, конечно. Вот мне хотелось бы узнать, какой у тебя секрет, как выйти из плохого, вот когда в жизни появляется какая-то черная полоса, секрет от группы «Импульс». Как нужно достичь этого импульса? Нужно просто, наверное, как-то, ну, не забить, а думать о хорошем, о позитивном мыслить. Вот. Нужно жить только улыбкой и всегда идти вперед. Даже если ты идешь и спотыкаешься, то ты можешь спокойно встать и пойти дальше, перешагнуть через себя, перешагнуть через какие-то там неудачи и просто смотреть вперед. Тогда все получится. Многие музыканты мечтают о каких-то известных премиях для того, чтобы достичь их. Есть ли у вас такие амбиции у вашей группы? Ну, для начала мы как бы делаем то, что нам нравится. От этого мы и отталкиваемся. Мы занимаемся любимым делом, которое приносит нам и, ну, небольшой доход, и приносит нам и удовольствие в первую очередь. То есть это самое главное, чтобы слушатель чувствовал то, что мы отдаемся. И вот самое большое такое, то, что для меня личная награда, это когда ты приходишь на, ты выходишь на сцену, и слушатель подходит под сцену, начинает подпевать твои тексты, даже если там ребята пришли первый раз, и, ну, ты наглядно уже видишь там, что у нас в Николаеве, он же не сильно большой. Вот, и свои какие-то тусовки, то есть ты начинаешь обращать внимание на то, что там был кто-то на концерте, не был. Вот, но тем не менее, ты человека видишь первый раз в жизни, и ты видишь, как он поет твою песню, которую ты сидел, писал, там, думал, что-то над ней работал. Ну, вот, это самое, мне кажется, большое такое достижение.
Знаешь, я думаю, что любовь зрителя – это действительно самая главная награда для музыканта. И для вашей группы я желаю только побольше любви зрителей. Я думаю, наши телезрители, которые только сегодня познакомились с вашим творчеством, действительно заинтересуются. И я думаю, ты сможешь сделать небольшой подарок для наших телезрителей и буквально еще одну какую-то композицию из вашего творчества. Какую-то композицию? Ну, давайте попробуем. Как только щелкнул замок и захлопнулась дверь, свободу вновь получила, но что с ней делать теперь? Я почему-то несчастна, и будто во сне я слышу голос, он просит вернуться к тебе. Мое сердце приказало мне долго жить, сомневаюсь, что я выдержу хотя бы миг. Меня пугает перспектива оказаться в стороне, отказаться от тебя с горчинкой в душе, отказаться от тебя с горчинкой в душе. Спасибо тебе, Кирочка. Действительно, еще раз доказала, что группа «Импульс» действительно дает позитивный импульс нашим зрителям.